Праздник с летальным исходом. Обвиняемый в смертельном салюте в Дзержинске сегодня выслушал приговор суда. Напомню, трагедия произошла в мае прошлого года, когда дзержинцы праздновали День города. Пушка, из которой запускали салют, отклонилась от заданного положения, и снаряд, отрикошетив от световой опоры, попал в толпу людей. Не придет. Ой. Надежда моя, Господи. Я не знаю, сколько времени это продолжалось, потому что я даже не могу сориентироваться сейчас так, как был бы сознание. Ожоги на ногах. Получил такую травму. Моя девушка не получала травму, точнее. Просто немножко спалила волосы. Удар пришелся в нее точно, в голову. Половина головы, говорит, гроб закрытый будет. Это как сходить в бой на войну и получить снаряд в голову. В итоге праздник закончился тем, что 17 человек пострадали, а одна женщина погибла. В преступной халатности обвинили Илью Маслова, директора компании «Мастергрупп», которая занималась организацией фейерверка. И вот сегодня ему вынесли приговор. Приговорил. Признать Маслова Илью Владимировича виновным в совершении преступлений, назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 года. Назначенное наказание считать условным. Как оцените решение суда? Без комментариев. Согласны с приговором? Без комментариев. Ожидали, что будет такой результат? Без комментариев. Мы сейчас все дадут комментарии. А по его жена, да, скажите, как оцените решение? Прошу вас покинуть зал. Ожидали такое решение, нет? Зал, покиньте, вас просят. Вы недовольны таким результатом? Зал, покиньте, вас просят. И вас нет. Я выйду с удовольствием. Просто не надо, мне так все равно.